Зоологическому музею Казанского федерального университета подарили чучело двух крокодилов. В Казань пресмыкающиеся попали не на своих лапах. Их незаконно пытались привезти из Вьетнама туристы. Но взять себе такие сувениры законодательство России запрещает. Ввоз любых видов животных, растений, попадающих под списки СТС, внесенных в Красную книгу Международного союза охраны природы, регулируется. И, соответственно, если нет необходимой документации, то животные, растения, а также производные, то есть дериваты этих видов, они, конечно же, изымаются. Оба чучела принадлежали к виду сиамского крокодила, внесены в Красную книгу. Теперь экспонаты будут храниться в Казанском университете, пополняя коллекцию вуза. А нарушителей ждет административное наказание. Олег Кашин, Леонард Валетьяров, Универньюз.